Всем привет, как настроение? Ну что, ребята, продолжаем с вами проходить Берсерк и Банда Ястреба. Так, у нас новое задание. Вперед и только вперед. Ну что ж, давайте посмотрим. Опять Исидра у нас тут. Эй, принеси ко мне пожрать, Серпика. Не будь ты таким говнистым. Не мешай ты мне, я думаю о корабле. Да, серьезно? Леди Форнезе меня не особо долюбливает. Так правильно, ты такой дурак. Вернись обратно, Серпика. И посмотри на каску. Да, все, конечно, неплохо, но она мне оставила записку, в которой написано, что я убегаю на корабль, и ты мне нахрен не нужен. Что же мне теперь делать? Она возвращается к своей семье, а семья у нее еще та. Мне будет тяжело оттуда ее вырвать. Всем спасибо большое, и мне придется вас покинуть. Серпика, подожди, пожалуйста. Эй, братишка, ты не хочешь перед нами объясниться? Нет, не хочу, и у меня дела. А может быть, мы с тобой партийку подеремся? Ну, в принципе, я не против. Так. Да, что ж происходит такое, а? Время идет, деньги уходят, а он из-за какой-то поганой бумажки расстроился и хочет испортить себе хорошую жизнь. Да, люди такие непредсказуемые, а тем более такой, как Серпика. Он с головой совсем не дружит, поэтому ему надо как-то помочь. Да, как бы мне его проучить, а? Может быть, вырвать ему все волосы? Нет, это будет слишком жестко. Может быть, озадачить эльфов, чтобы они напрягли его работой? Да что ж так скучно? И Валера, ты поможешь нам? Не-не, ребят, на меня даже не смотрите, я пас. Ну, пожалуйста, мы тебя просим всей толпой, сделай нам одолжение. Так, ребята, короче, я пошел проверю корабль. Вы сидите здесь и не хрюкайте. Я надеюсь, в скором времени я верну этого оборванца назад. Да хотелось бы, наверное. Да, я немножко сомневаюсь, конечно, в том, что я сказал. Но, наверное, должен сделать это. Так, ладно, я пошел. Так, смотрите за каской. И кушайте хорошо, и все будет с вами нормально. Так, ну что, ребята, у нас с вами задание. Так, а задание у нас какое? Непонятно пока. Какая-то карта слишком маленькая, вам не кажется? Так. Печака, Айперс. Так, где у нас печака? Ох, ё-моё. Так, понятно, опять начинаются у нас тигры эти. Так, что у нас со мной все практически, да? Ведьмочка, Исидора и Шерика. Понятно. Значит, дома им не сидится. Решили мне помочь. Ну и далее что? Погоди, погоди. Серпика пошел, по-моему, туда. Так, идите за Серпика в башню. Ага, я вижу, стоит он, прячется. Я же сказал, что я хожу, отстаньте от меня. Я пошел к леди Форнезе. И ничто меня не остановит.
Так что даже не стойте у меня на пути. Ну и ты, братишка, зря. На-ка, выкуси для начала. Серпика? Отлично. Газ, будь поаккуратней, не убей его. Я не умею не убивать. Я попробую его не смертельно ранить. Да, я знаю, какой он. Он у нас боевой парень. Если он разойдется по полной, никто не стоит на его пути. Ну, Серпика, естественно, это не понравилось, поэтому у них пошла тут словарная перепалка. Он говорит, что типа, «Газ, ну ты только умеешь прикрываться своим вонючим сраным мечом». Ну это ты, братишка, зря, ты меня очень сильно разозлил. Да, Серпика, по-моему, очень сильно нарывается. Я думаю, в этом бою ему не устоять, говорит Исидра. Так, вот и перепалка у нас входит Шерика. Серпика все не угомонится, говорит, не стой мне на пороге, я все равно добьюсь того, чего хочу. Ну, в этом я сильно сомневаюсь, Серпика, потому что тебе осталось жить, ну, буквально на пару хороших моих отличных ударов. Ну, как вы сами видите, его это не останавливает. Ну, ладно, ты напросился. На-ка, вкуси стрел из арбалета. Ага, нравится, я вижу. Даже не думай там что-то замышлять. Все. Получи. Дальше мне не интересно, что ты там бормочешь. Знаю одно, что дело я свое сделал чисто и аккуратно. Теперь остались лишь маленькие нюансы. Даже не проси меня о пощаде, все равно тебе ее не видать. Ну что, газ, давай добиваем. Ах ты, повезло тебе, Серпика, повезло. Ну ладно, победили. Так что ж поделаешь. Ну что, будешь Газ. Раскаиваться? Газ, прости меня. У меня крыша совсем поехала из-за этой леди Форнеза. Я слишком заигрался. Ну, я надеюсь, я вправил тебе мозги на место. Прости меня еще раз. Я очень сильно сожалею о содеянном. Дай мне еще один шанс. Ну, что, ребята... Дадим ему попыточку. Слушай, Гац, ну я сомневаюсь с ним немного, но он же все-таки боец. И вы оба реально дрались насмерть? Ага. Ну что, все? Все успокоились? Да, что-то как-то я слишком погорячился с этим Гатсом. Все-таки я его недооценивал. Но я думаю, что наша дуэль показала, кто и что из нас значат оба. Послушай меня, Серпика, ты готов идти воевать с монстрами? С монстрами? Да, с монстрами, братишка. Сегодня будет великая битва. И ты покажешь леди Форнези, какой ты на самом деле. Да, я готов. Я готов идти в бой прямо сейчас. Серпика, ты опять не обоссышься немножко, а? Как ты обычно это любишь делать в последний момент. Ну что же, у нас тут начинается какая-то заварушка, да? Серпика рванул самый первый проявлять, какой он все-таки воин у нас в бою. А это что он за... О, новый вид демонов. А ну-ка выкусите. Замечательно. Так, Серпика, давай поменьше болтай, побольше делай, и все будет нормально. Так, что это, армия Кушана? Ух ты, а вон и Форнеза у нас. Серпика, я же говорил, Форнеза будет рядом. Так, ребята, вы стойте, я сейчас буду кастовать магию. Так, уничтожить заклинателя опять. Где у нас заклинатель? А, вижу. Ну что ж, побежали к нему.
Так, бочкам. Ну, у нас тут ничего нету. Сейчас мы шлепнем по бэренькому заклинателя. Иди сюда, родной. Ну и посмотрим, что будет у нас далее. Кушан. Эта армия Кушана, честно говоря, уже задавала. Слишком какая-то она мощная. Так, миссия пройдена. Что? Нейтрализовать печаки? Слушайте, печаки, это что-то знакомое. Финальный путь. Почему ты нас не подождала? Почему ты пошла одна? Ну, поймите, это мое личное дело. И я не могла, вас подвергать такой опасности. Моя ностальгия меня останавливала. Я хотела сделать скрытный визит. Да ты что-то говоришь. Но это было нормально. Так, ладно, ребята, нам пора идти. Ух ты. Кто здесь у нас стоит? Что? Апостол? Здорово, лопушки. Я император Ганишка. Глава Кушана. Глава Кушанской империи, даже вот так я бы сказал. Что, обделались маленько? Мне придется вас немножко покромсать этой ночью. О, что это была за физиономия? Это был один из великих магов. Что? Антидемон. Апостол. Апостол-глава? Ну что же, это мой шанс расправиться с ним. И наконец-то, наверное, закончить эту войну. Эй, послушай, но ведь он же летает. И он такой здоровый. К тому же у него армия Кушана. Так, уничтожить армию Кушана Печака. Ага. Ну что ж, давайте. О, ё, карта-то какая. Ладно, ребят, давайте будем действовать. Так, я смотрю, у нас и Форнезе. Форнезе. О, ё-моё, тут и аллигаторы эти. Так, ну хорошо, хоть какая-то армия есть. Это уже радует. Так, подожди, куда мне стрелочка-то показывает? Ага, тигрицы. Эй, киса-киса, подойди ко мне. Всем держать строй, не расслабляться и помогать, делать посильную помощь. Это якобы армия, которая мне помогает, орала. Так, смотрите, а, тут уже демоны, аллигаторы, наемники, кого тут только нету, а. Карта просто краснотой пестрит. Я даже, если честно, не могу врубиться, что надо сделать. Защитить офицеров от нападок заклинателя. Да, ну вроде бы как не показываются ни боссов, никого. Показывают только синие восклицательные знаки. То бишь, это мои офицеры. Да хорош уже, ё-моё. Так. Вот, и значит, мне получается, что ли к ним надо бежать, или что? Ладно, давайте с этими разберемся вначале. Так, кушанский офицер тут у меня. Так, Печака вызывает какого-то непонятно кого, блин. Так, офицер защиты дерется с этим, блин, с заклинателем. А зачем мне это показывают? Не пойму я. Ну, пускай он дальше дерется. Вот он.
защитник. И что я должен с ним сделать? Две штуки. Может его защитить, что ли? Или что-то в этом роде? Ладно, давайте тут покрошим немножко всех. Сюда. Вот так. У меня такое ощущение, что они откуда-то вылазят постоянно, нет? Что-то красноты-то не уменьшается. А, все, я понял. Этот некромант вызывает вот этих вот... призывает тигров. Ясно. Значит, он там потихоньку где-то стоит и призывает тигров. А где он стоит, непонятно. Новые цели. Типа главы какие-то. Так, а тут задание у нас срочно двигайтесь в башню Харбор. Так, а где у нас такая башня? Так, вижу три врага, два врага, четыре зеленые отметины. Куда двигаться, ума не приложу. В чем даже суть? Так, уничтожьте пехоту, которая куда-то идет. Куда она идет? Она идет ко мне, насколько. Так, уровень получил, это хорошо. Так, этому офицеру скоро будет хана, ребята. На подсосе живет, одним словом. Так, ну-ка, вкуси моей ярости, сынок. Бомбочку для начала. Вот так. А теперь поехали. Ну да, офицеру все, хана. Идите сюда, всей кучей. Вот так, с размаху. Тигры эти тут никчемные. Наверное, все-таки надо идти мне к восклицательным знакам, ребята, потому что смысла не вижу драться с ним. Они бесконечно появляются. Может быть, там их глава? Единственное, что тут из-за этой красноты непонятно, куда надо идти. Где именно проход находится. Давайте вот так вот сделаем, сейчас посмотрим. Так, тут что, спорт шли какой-то? Да угомонись там сзади меня, тигр этот. Блин, я уж подумал, в тупике. Нет, нормально, все, проходим далее. Ага, вот, сапер-офицер. Ну-ка, иди сюда. Хорошая зачистка. Теперь еще вкуси. Ну, иди сюда, сапер-офицер. Так, это один из офицеров получается, да? И еще... Ну и пока все. Так, пешака этот. Блин, а этот некромант где-то вызывает все потихоньку. И там написано, что типа, заклинатель призывает еще одного офицера. Заклинатель призывает этого тигра. А где он сам, не пойму. Так, аллигаторы поперли уже. Так. Шанская армия перестраивается куда-то. Поменяла... Проклятие, это будет длиться бесконечно. Да вот и я о чем газ говорю, это... Или у нас цель найти его здесь, а вот бегать по карте и найти чисто случайно. Или я не знаю, что делать. Так, давайте сюда сбегаем, посмотрим, что у нас тут творится. Палки не пройти, все горит везде. Ну-ка, иди сюда, демоны. Так, замечательно. Так, где тут поворотик-то у нас? Ага, вот он. Да, тут у них базовый лейтенант. Еще кто-то. Печака этот вызванный. А печака это получается даже не обязательно тигр. Это может быть и крокодил. В общем, это
монстры, которых призвали. А там, смотрю, вдалеке Ганишка у нас стоит, да? Что-то гац, эти монстры. А дальше я не понял. Так, кушанские офицеры пришли. Черт подери. Опять он призывает монстров. Этот призыватель. Так, замечательно. Расшили маленько. Но это бесполезно все. Офицерье это тут лезет еще. Черт, карта просто красная, даже не уменьшается красноты. От врагов, блин. Так, ну здесь и демоны просто. Давайте вот к этой зеленой отметке сбегаем, посмотрим, что. Да, прибежал. Все перекрыто. Да, здесь не пройти, здесь не пройти. Все мешается. Так, здесь можно бежать? Нельзя, да? Какая-то решетка стоит. Блин. Неужели все в круговую придется бегать? Да, другого выбора нету, ребят. Все очень-очень плохо. Это наш офицер стоит. Я понимаю, я его на сути. Что, он куда-то бежит, что ли? И я его должен сопроводить? Мне что-то вот так почему-то кажется. Извините, не туда нажал. Так, вроде бы... Нет, нифига. Блин, действительно придется бежать. Так, все, офицер мой куда-то делся с карты. Его даже не видно. Ладно, надо бежать. Блин, тут не обойти. Так, давайте вот сейчас здесь завернем. Сбегаем вниз. Потом повернем налево. И наверх. И, в принципе, будем на месте. Так, это что у нас? Ага, тигры. Тигры-демоны, я бы так назвал их. Идите сюда, идите, родные мои. Вот так. Летите, вольные птицы. Так, ну что, наверх? Пойдемте наверх. И... Так, ага, вот ты гнида где. Вот она как... Почему он зеленый-то отмечался, не могу понять. Отмечали бы красным. Так, ладно, одного завалил. Получается, там вверху зеленая отметина, это еще один. Да, здесь не пройти. Это еще один призыватель, получается, некромант или кто он там. Ладно, надо до него бежать. А босс у нас этого уровня будет, я так понимаю, Ганишка. Какой-то, я не знаю, я бы его назвал Морозный дух. Или же японский Дед Мороз. Да, что-то в этом роде. Так, ну что, в принципе, осталось маленько. Он там все кастует, все призывает. Видели, сейчас только что показали. Из облачка вылезла партийка. Вот так вот он их и призывает.
сколько здесь оббегать надо. Поторопись, быстрее. Шерика, я бы с радостью бы как можно быстрее. Ну ты смотри, что тут творится. Не видно, где проходы, все в красноте в этой. Приходится, как говорится, наугад бежать. Лучники вот откуда-то появились. Уже тысячу лет их не видел. Блин, а у меня же где-то же лошадь вроде как была, да, ребят? Ну что, я надеюсь, что это финишная прямая у нас будет. Без всяких там изъянов. Черт, я, по-моему, не туда иду. Ох, крокодилов сколько. Так, мост. Нет, не мост показался. Думал, мост и заваленный еще к тому же. Но пока все нормально. Так, вот здесь где-то. Ну, где ты тут? Вижу тебя, блин. Подонок, стоит там. Колдует. На! Не туда немножко, но все равно задело. Всех в разнос. Что ты там? Так, ну что, призывателя уничтожили, соответственно, уничтожили егоных призванных животных, существ. Опять что ли уничтожить? Или это выполнено задание? Быстрее, спасайте нас. Так, Ганишка, блин, пропустил. Ну что, пора тебе прийти ко мне, если ты хочешь спасти мир. Так. Ну что ж, неплохо ты показал себя в действии. Посмотрим, как ты справишься со мной. Щенок из племени ястреба. Пора, настало время надрать тебе твою морозную задницу, сынок. И я думаю, у меня это получится с превеликим удовольствием, гребаный ты фрик. Очень интересное, заманчивое предложение. Ну что ж, давай приступим, наверное. Все задумались, да? Я буду ждать тебя на пристани. Приди ко мне. Коль не бздишь апостола, так, ну, в общем, понятно, он его все провоцирует, угрожает, говорит, как он великий, мощный, что он прям вся сила хаоса. Давай, ори. Что типа он умоется моей кровью. Где-то я уже это слышал, между прочим, кто-то уже так говорил. Он сожрет мое сердце. Немного ли ты хочешь сожрать сердце и умыться кровью? Но мы ведь этого не позволим, так ведь? Да. Я даже не сомневаюсь, что мы его сейчас просто запинаем тут как щегла, да и все, и будет он там валяться где-нибудь в уголке, постановать, поплакивать и говорить: «Ё-моё, гац, как же я тебя недооценил! Прости меня, пожалуйста!» Ну, а пока гац ему рассказывает, что он с ним сделает.
Шерика тут гац. Ты не перегибаешь ли палку? Нет, Шерика, все будет нормально. Так, ну что, давай, хорош болтать, приступим к делу. Так, что тут? Макара, уничтожьте Макару. Ясно, где она у нас? Ага, понятно. Блин, так и будут меня гонять с одного конца карты в другую. Так, Исидор, поменьше-то бубни, лучше подсобил бы. Где у меня лошадь? Вот. Поскочу-ка я на ней лучше. Так, здесь заворачиваем и бежим прямо, да? Ну да, в принципе, тут нормально все. Уже видно, куда надо двигаться. Как раз по финишной прямой. Ну, где там это, Макара? Иди сюда. Ага, вот она ты. Воу-воу-воу-воу, как хорошо-то. Вау! Море стало красным. Точнее, кровавым. Правильно, столько врагов поуничтожать. Так, ну-ка, у меня суперудар есть. Выпусти для начала. А теперь, наверное, пора, ребята, трансформироваться. Так. А ну-ка, вкуси-ка теперь моей ярости. Макара. Ну вот и все, делов-то. Эх, гонишка, недооцениваешь ты меня, недооцениваешь. Так, Гац уничтожил Макару. Отлично, двигаемся дальше. Нам предстоит еще атака. Так, и Сидра Форнеза здесь. Наверху какие-то армии вышли. Хм, а ты неплох. Ты прям как лучик света в своей банде. Но он быстро померкнет в моем пламени. Так что готовься поджариться. Он задолбал уже меня пугать. Так, что тут у нас? Ага, он тут подключает электричество. Молнии. Помимо огня. Ну что ж, давайте. Давайте вот сюда забежим, посмотрим, что тут происходит. Что тут у нас за чудило стоит? Очередное. Так, вижу гонишка там, да? Гонишка. Так, ну он далеко, что-то я до него не достану. Так, он, значит, на меня еще своими электрическими молниями собирается стрелять. Так, из арбалета тоже бесполезно стрелять. Ладно. Надо двигаться тогда в обратном направлении к своим. К тому же, если я не ошибаюсь, они направляются в мою сторону. Видимо, их надо сопроводить. Ну, это нам расплюнуть, как говорится. Давайте расчистим путь для наших собратьев. Так, база пала. Сюда, лейтенант. Вот так вот. Нечего тебе здесь делать. Отправляйся туда, откуда ты шел. Так, а мои никак не могут там пробиться. Так, а что это за зеленая у нас отметинка такая? А, это мой конь стоит. Понятно. Ой, офицер, извини. Задел ненароком.
Держитесь там, ребята, я уже на подходе, вот. Вот-вот вам помогу. Так, ага, нифига тут армия. Ну да, так и есть. Они... Ой-ой-ой, Шерика там уже почти загнулась. Каска тоже. А, спасибо тебе большое. Да не за что. Так, подожди, а кто-то там у нас отстал немножко. Надо посмотреть. Сколько у вас тут, а? Ёлки-палки, блин, такое ощущение, что одного убиваешь, десяток не бывает. Так, Шерик, а что там колдуешь? Ага, камнепад этот или как? Выпустите. Блин, там кто-то отстал у нас, по-моему. Серпика получает люлей. Надо сюда зайти глянуть, все-таки кто это у нас? И Сидра у нас тут дерется. Ну ладно, молодец. Не сдрейфил, малыш. Так и быть, помогу тебе маленько. Так, иди сюда все. Всем достанется. Иди сюда, красная рожа. Так, ну что, вроде бы как немножечко подсобил ему, да? Исидра, ты собираешься бежать к нашим там? Или что? Или так и будешь тут? Ё-моё, блин, да сколько же вас? Тебе не победить мою армию. Зод еще тут, что ли, появится сейчас? Так. Ганишка призвал Зода. Еще легче, а? Я буду драться до конца за своего императора. То бишь, Ганишка — это его император. Ну, понятно. Спасибо. Наконец-то ты, блин, соизволил прибежать сюда. Так, кто еще у нас? Так, опять призывают. А. Не, ну правильно, да, печаки эти. Уничтожьте всех призванных существ. Так, Фармезу мы тоже спасли вроде как. Так, надо бежать. А, ну, понятно. Я немножко не тем путем шел, поэтому я и думал, почему они не бегут. Они решили другой дорогой пойти. Ясно. Ну что же, тогда поскакали. Расчистим путь, чтобы мои могли спокойно пройти. Пошли отсюда вон. Так, Форнезо уже впереди. Так, ну кто здесь у нас? Шерика тоже там же воюет. Где главный-то у них здесь? А, вот он, лидер. Вижу. Ну все, ребята. Вам хана. Обалденная мощь. Обалденная. Черт подери, я сейчас умру. Не волнуйтесь, леди Форнезе. Я не позволю им этого сделать. Ну что, вот мы и на финишной прямой. Все вроде бы идут со мной. Черт, а ничего не поменялось. Что ж такое, а? Ну, давайте, давайте, добегайте быстрее. Ага, миссия выполнена. Замечательно. Все твои друзья пришли в порт. А где корабль? Я не вижу никакого корабля. Хотя море и открыто. Корабль вон, по-моему, наш валяется. Так, уничтожьте Макару опять. Да ядрить твои налево, а? Газ, типа, подожди. Некогда. Не ждать. Надо уничтожить этого Макару. Я так понял, их тут два. Один, и там подальше будет второй. Сейчас увидим это сами все. Что такое? Что случилось? Не вижу ни хрена.
Вот урод же, а. Действительно, блин, рыба-слон. Так, энергия у меня на полную. Перевоплощаемся и понеслась. Лошадь, я вроде тебя не вызывал. Так, все, сделали. И еще один остался. Где он тут? Вот он. Блин, лишь бы хватило энергии, а. Вот так, суперударчик. Блин, плохой был ракурс для суперудара. Ладно. Ну что, пол хп снял. Сейчас добиваем. Надеюсь, больше никаких уродов не появится. Так, уничтожил я Макару. Я уничтожил всех твоих приспешников, Ганишка. Так, все быстрее на корабль. На какой корабль? Корабля нету. А что это с Зодом случилось? А, все, понял, его сбила молния якобы. Погоди-ка, а это же вроде Ганишка его призвал. Наверное, я что-то не так понял. Какого хрена тебе надо, черный мечник? Эй! Лети ему прямо в голову, иначе ты лишишься своей. И не вздумай со мной дурить, а уж тем более меня отвлечь своими никчемными разговорами. Выбор за тобой. Ну? Пойдет он против своего императора? Отлично. Я сделаю это для тебя. И... На-ка! Сквозную дырку прям во лбу. Ганишка, припухаш. И что с... Так, уничтожьте Ганишку теперь. Опасайтесь его электрических голубых молний. Слушайте, да я чихать хотел на его молнии, если честно. Да как ты смеешь поднимать руку на короля демонов? Да вот так вот как-то приходится. Этот мир весь подчинится мне. И даже такая мелкая букашка, как ты, не сможет мне помешать. Эх, Ганишка, если бы ты знал, сколько раз я это уже слышал, то ты, наверное, уже бы сразу сдался без боя. Ну что ж, дорогие мои, давайте будем его убивать. Нечего тут на него смотреть и любоваться. Единственное, хотелось бы верить, что у меня хватит силенок его победить. Хотя, вот смотрите, жизнь у него уменьшается довольно быстро. Так, что он тут затеял? Ага, он теперь появился на земле, на суше, да? Ну, это мне даже еще лучше. Разбирается он довольно легко. Еще он мне не дает подойти. А, молнии своими тут хочет меня запугать. Ага, а молнии шпарят нехило, ребят. У меня уже хпшки-то практически на исходе. Надо срочно подкрепиться. Так, силу эльфов применили. Продолжаем. Задолбал ты же, а. Да что ж такое? Дай подойти. А, прям по пятам у меня, прикинь. Пускает свои электрические разряды. Опять что ли он в море? Ну да, получается так. Ну, это его не спасет, однозначно. Иди сюда, Ганишка. Ты маленький пигмей. Да я тебя раздавлю. Не оставлю даже костей. Да,
Гунька ты, ёпросоте, блин. Вот ты кто, не гонишка, блин. А может быть даже гонишка, но ты гонишь до хрена. Выкуси моей ярости, урод. Блин, хотел это и зарядить, не получается. Вот теперь, наверное, можно. Получится, нет? Блин, только хотел это перевоплотиться. Так, он опять пришел сюда ко мне. А вот теперь настало мое время. Иди сюда. Просто великолепно. Блин, ты молнии достали уже. Да елки-палки, а что творит? Да не дает даже подобраться. Так, давай, газ, давай. Давай, родной, молодец. Так, опять он в море. Так, и у него, по-моему, последняя трансформация идет. Что он будет сейчас делать? Что-то ничего не показали. Елки-палки, своими шаровыми молниями в меня. Ух ты! Ничего себе, он меня откинул-то. На-ка, выкуси, урод. Заткнись там нафиг. Да что ж такое. Давай, вставай, газ. Надо эти молнии по возможности отбегать. А как их обижать, если он прям под ноги тебе их сует? Урод, блин. На, выкуси. О, что-то вообще вяленько как-то пошло все. Очень хреново. Он что там разжет, урод. Ладно, защиту сделали. Так, на максимум себе поставили энергию. Давай-ка, иди сюда. Блин, надо набить желтую полоску для суперудара. Перевоплотиться. Да хрен даст, блин, урод. Черт подери, и это кончилось у меня. Энергия. Все, я не успел. И магии эльфов нету. Блин, засада какая-то. Ну ладно, жизнь пока полная у меня. Вроде бы должен одолеть. Ганишка, ты задолбал уже гнать-то. Ё-моё, он меня еще станет. Черт, откинул далеко, больно, а. Да не подойти к нему просто. Смотри, что творит. На, блин. Опа, на энергия на максимуме. Ну как тебе, Ганишка, нормально, нравится? Я видел сейчас твою физиономию. Ты прям балдеешь от удара моего меча. Блин, немножко осталось накопить. Есть. А ведь сейчас не даст, гаденыш, наверное, мне нифига сделать. Блин, опять энергии нету. Может быть, я его так смогу замочить, а? Не ори, урод. Опять сбил. Блин. Либо он, либо я. Тут больше нет вариантов. Так, сила эльфов. Угомонись, угомонись. Тебе осталось немножко на два удара. Да ядрить твой налево, а. Босс-то, в принципе, элементарный. Молнии то, что единственное бесит. Видите, что творит? Я лежу, он под меня молнию и откидывает. На удар, ну. Есть. Ну, что ты на это скажешь, а? Гонева, несчастный. Я даже не сомневался в том, что мы справимся. И все рассеялось, и стало хорошо. Победоносная наша стойка.
Так, что? Невероятно. Я всегда поражался твоей силой и твоей мощью. Ты отличный боец. Все, кто с тобой вступает в драку, погибают от твоего меча. Ну и? Что ты этим хотел мне сказать? С тобой, что ли, еще драться придется? Наша дуэль еще не закончена. Время еще наступит. Ну, а теперь мне пора. Так, что? Проклятие, подожди минуту. Скажи мне только одно. Где Гриффин? Ты узнаешь об этом намного позже. Тебе еще многое надо пройти. И тебе выдастся шанс с ним столкнуться. Только я думаю, что ты будешь для него отвратительным мясом. Бред какой-то. Эй! А чё серпика-то вышел, я не врубился? Слушай меня, старый кусок дерьма, монстр ты ходячий. Я буду помогать ему всегда и во всем. Уже, парень, не влезай, это не твое дело. Победа! Ну что же. Так... 59 уровень, 3 уровня получили сразу, неплохо. Так, выбираем, наверное, вот эту вот подкреплялочку жизни. И... Вау, наконец-то мы на корабле, ёлки-палки. Плывем, наверное, на другой континент. Каска гоняется за Паком. Аккуратнее, аккуратнее. Форнеза тут довольная. Опа, заигрывает уже, а? Исидор уже начал потихоньку. Так. Ну что ж, ребята. На этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем выпуске. Всем пока. Can't stop bounce.